Во Владикавказе создадут дом-музей имени Вахтангова. Московский театр готов взять на себя полное содержание дома-музея, а также выплаты сотрудников. Более того, столичный театр готов выкупить квартиры, в которых будет располагаться дом-музей. Сейчас проект стоит на месте из-за несогласованности с Минфином России. У Беслана появится город-побратим во Франции. Этот вопрос обсудили на встрече главы республики Вячеслава Битарова с руководителем ассоциации «Франция-Европа» Беслан. Планируется, что породненным городом станет город в провинции Бургундия или город, расположенный в альпийской части страны. Во Владикавказе открылась школа «Интеллект» на 500 мест. Обучаться здесь будут в одну смену дети со всех районов республики, даже отдаленных. Школьники смогут оставаться также до 6 вечера для занятий в кружках. Это все главные новости на сайте osetia.news.